Всем здравствуйте! Артиста, музыканта и продюсера Барри Алибасова истязает собственный сын, предприниматель Барри-младший. Информацию об этом передала в правоохранительные органы одна из сестер артиста. В полицию поступило сообщение, что основателю группы Нана нанес тяжкие телесные повреждения собственный сын. Звонившая представилась сестрой Алибасова и просила прислать в его дом наряд, чтобы проверить, все ли хорошо. После проведенного расследования стало ясно, что в данный момент сын продюсера находится в Калининграде и не мог совершить данное деяние в отношении отца. Сестра Алибасова получала на свое имя его пенсию и распоряжалась деньгами, но теперь он решил переоформить выплаты на себя, что и стало причиной конфликта, говорится в заметке. В марте стало известно, что московский суд отменил развод актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и продюсера Барри Алибасова. Стороны примирились. В свою очередь, в ноябре пиар-директор артиста Вадим Горжанкин рассказал, что Алибасов и его 30-летняя помощница Виктория ждут ребенка. Женщина уже на 6-й неделе беременности. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!